приятнее. Да, во всем это лестно. Особенно мне приходится 9-й раз себя топить. А вообще, если бы на то пошло, уже 10-й. С учетом одного рестарта. Друзья, вот у меня здесь просят пригласить команды там на поболтать после стрима, но это уже будет на минуточку 5-й час. К сожалению, наверное, это уже будет мало возможно, но обязательно на следующей неделе я приглашу кого-то из команд, из наших команд обязательно, и, возможно, даже из европейцев попробую, и мы с ним пообщаемся, пусть они расскажут, как они нас... Нет, я не хочу это слушать еще от них. Ой, да мы, знаете, мы даже не думали то, что мы победим, мы просто играли как умеем. А то, что мы победили, это просто так совпало, потому что у вас линкоры не танковали. Вот так вот. Первые бои вообще все простояли, не ожидая то, что от нас такую тактику. Так, ну ладно, давай, собрались, драконы классические входят на две точки. А ты ожидаешь то, что сейчас первые 5 минут будет вообще что-то происходить? Ну посмотри, какая бодрая движуха пошла от драконов. Они прям врываются. Врываются они. А они, знаешь, они уже понимают то, что от них ты уже ничего не зависит, по сути. Вот они теперь уже. Да какой вариант им что показывать-то? Победа от них сейчас не зависит во всем турнире. Бой престижа есть только. Так, ну что, на точке А у нас Бенсон и Фубуки. Причем Бенсон под заградкой сбивает самолетики, и Фубуки, наверное, сейчас будет... А, нет, все, сори. Вдвоем в одни дымы запрыгнули. Да, ну это же естественно. Ой, меня убили, черт возьми. Вот это новости. Да, все пропало. Ну ладно. Так, Чапаев у нас зачем-то заходит на точку А. Может быть, он хотел поддержать... А, может быть, он хотел прорелесить или поддержать, если неожиданно пойдут у нас пора. Но нет, здесь все чисто. Что касается точки Б, берется она. И у нас тут идет прям торпедный залп в сторону ваших двух королин. Это, кстати, может быть очень неприятно. Что-то не знаю, обе королины чувствуют себя крайне прекрасно. Вот, да, но если бы ты видел то, что показывается у меня на экране, ты бы не был в этом так уверен. Но, к торпедки, что ли, идут, просветят, да? Наверное, сейчас. Но тут совсем небольшая разница между норкой и... Да, блин, да мы, прикинь, смотри, сейчас у тебя, по идее, уже торпеда должна быть видна. Нет, еще не видно. Я со стороны Бенсона. И, блин, прикинь, он сейчас бортом норки идут. Нет, они отворачивают. Повезло, да, потому что тут такое... А, вон откуда, вон. Поэтому мы от них уходим, поэтому и... Да, вы уходите, нормально. Так, ну что у нас тут? Алгалон с Сиврусом стоят под островом. От Кутузова они там прикрываются. Алгалон, наверное, сейчас назад немножко застреляют по вашим норкам. На дальнем расстоянии. Окей. Смотри, какой хитрый Бенсон. То есть, знаешь, это вот как я тоже вот в ранговых там это говорю. То есть, ребят, если вы хотите забрать на дымых, то есть вы просто лучше не палить до конца. То есть он рядышком с точкой Б крутится и торпед закинул в эти одинокие дымы. И просто сейчас ждет, пока торпеды зайдут в дымы, чтобы не палиться. Скажи, как там эсминцы чувствуют себя? Они все еще неужто они на точке Б стоят? Нет, они вышли с точки Б, и все наши эсминцы, ты не поверишь, они вообще где-то ближе к нашим норкам. Они, видимо, идут дымить норок. Ну да. Но это на самом деле ожидаемо, потому что это, ну, это ошибка на самом деле, когда ты один кусочек дыма поставил и стоишь такой в нем и ждешь. Мне раскрыли секрет, почему же все-таки первыми капнули очки в плюс. Потому что Бисмарк первым затаранил. Понял? Да как они одновременно, ну как, ребятушки, как кто-то первый мог затаранить, если у них одновременно произошло, это же просто жопа, вот, правда, вот меня вот разрывает и бомбить начинает, это же, ладно, бой другой идет. Так, отлично, Булс закрывает обе наши норки. Смотри, кстати, Бенсон у Тора вполне себе агрессивненько зашел, а эсминцы от авианосца там не кислых люлей получают. То есть выгнали их с точки, заставили задымиться, и все, уля-ля. Светится Бенсон, но он сейчас он уже за остров. Ой, меф, да, меф получает. За островом. Сейчас посмотрим, меф пока в засвете. Это, кстати, для него может быть болезненно. А ну-ка. Меф горит в двух местах. Тора, кстати, решили двумя норками, они отступают. И вообще, это на самом деле очень странная ситуация, потому что вообще какая-то... А на кой черт отступать вообще в ту сторону? Потому что сейчас вот норки выходят, дантист может стрелять
Вон, по Бенсону, если только свет дадут, вопрос, дадут ли. Так, сейчас посмотрим, да. Дантист, кстати, ну, насчет Бенсона не знаю, Авик мог бы, а, не мог бы, потому что там дымы. На самом деле, мы вообще никого не видим, у нас все в сейве, и вообще, в принципе, никто не светит. Так, все, торпеды здесь не дошли. Ронин идет прикрывать, видимо, нашего Фубуки с Чапаевым. Ой, Фубуки, Каролину с Чапаевым. Ты уже под четвертый час начинаешь заговариваться. Так, ну что. Бенсон в засвете ваш. Грофах. Он под заградкой там разбирает торпедоносцев. Да тут два Бенсона. Тут вообще... Там ох ты, смотри. Торпедку не что поймают. Не взведется. Она даже просто мимо прошла. А вторая... Аккуратненько да, так прошло. Нормально. Но, тем не менее, Тора отжали точку. Да, в принципе, им сейчас им уже можно просто спокойно уходить. Оно и не нужно им тут какие-то такие сражения. Вопрос, смогут ли... А дракон, кстати, сейчас сложновато будет выйти, ведь... Нет, драконы, они прям чувствовали этот момент. Я прям видел, как дантист остановился и сдал назад. И здесь вот как раз проходят бенсоновские торпеды. Вот Орлеан Торовский, не понятно. Ну, прижался такого. Да он прижался тут у острова, припарковался. А он начал РЛС, видимо, играть. Он как ходячий РЛС, он больше ничего не может команде помочь. Я не понимаю, зачем его взяли, действительно. От Чапая было бы больше пользы, хотя бы он бы мог бы в пожар бы сыграть. Ох, Бисмарк хорошо проходит мимо, и, к сожалению, наши не могут по нему пострелять. Да, через остров не смогут. Ой, а в кого-то идут торпеды. Да, в вас, к примеру, идут торпеды. А что, засветили, что ли? Да, торпеды. Вон бобер. Ой, сейчас Бенсон может... Бенсон вообще тут достаточно опасная сейчас ситуация. Главное, чтобы Бенсон просто не зачем залетел торпеды. Ну да, вот пошел задымить. И ой, как сейчас... Ой, как сейчас опасно. Очень опасно, друзья. Это прям очень опасно. Прям выше пилотаж. Сейчас если все торпеды мимо. Норка. Норка поймала две. Ну, нормально. Ладно, хоть не Бенсон. Да, Бенсон молодец. Ну, это очень опасно, на самом деле. Не знаю, стоило ли оно того. Но, тем не менее, кстати, дракон должен что-то придумать. Ведь две точки именно у Тора. Им, в принципе, и рисковать так и не сильно-то и нужно. Да, обычно как бы драконы берут две точки и держат их до упора. А сейчас не получается. Нет. Ты посмотри, как хитро сейчас Фубуки заходит в тылы. Ну, торпеды-то, очевидно, от него приходили. Видимо, сейчас наш... Я про Бенсона, где Фубуки сейчас... Фубуки, в смысле Тора, Фубуки заберут. То есть подошел Ронин, Бенсон. Да, Ронин тут, кстати. А почему он так светится далеко? А он горит. Ай-яй-яй. А нет, он не горит, у него двигло выбито. Понял. Бенсон сейчас, горит, не знаю, просто отступает. Хотя был вариант. Хотя, опять-таки, да, Тора не обязательно рисковать, вот что. Они это понимают и просто играют от дефа. То есть раздамажил Фубуки, отогнал его от своих и идешь спокойненько. Они сейчас играют в Норки тактику. Ждут просто, да, ой, они просто норки. Ждут. Они сейчас играют ту же тактику, которую играл Альянс. То есть окружают наших дымостояльцев и делают с ними страшные вещи. Самое забавное, что дымостояльцы ничего не делают для своей защиты. Вот, я не знаю, ребят, 9 боев. Неужели нельзя было понять, что не работает тактика дымостояния? Драконы. Не, сейчас будет, если у драконов поражение, то это будет прям, на самом деле, прям вообще, прям боль. Да получится, что... То есть Тора вместе с Орлеаном, который на самом деле чуть ли не как балласт, они все равно выиграют. И это, знаешь, это как пощечина уже такое прям. Ваша сильнейшая команда проиграет, даже если наша самая сильнейшая возьмет этого, как его, балласт себе. Я прям вижу, как дантист поворачивает стволы в сторону Орлеана, но нет, видимо, не видно его. Да. Я прям вижу, как сейчас торпеды Бисмарка зайдут. Авик в засвете. Пипец. Ну да, ты видишь, насколько они самоуверенно действуют. Да, они просто двигаются, друзья, и вот. О, папа, смотри. Сейчас еще могут, да. Ну, чуть-чуть. Да, ну нет. Ну, а смотри, если бы два таких залпа, и он бы смог сложиться, половина-то ушла.
В наглую просто все как он поджимается под остров и привет. Аж почему Булс не заходит на захват наш Бенсон? Знаешь, они просто, я понимаю то, что Тора, они даже не ждут, что драконы пойдут в агрессию. Поэтому, а почему бы на Мавик еще ближе не подвинуть? Все равно же они же даже на метр вперед не пройдут, они же не умеют. Да, и две норки, вот они стоят прям как вот у драконов стояли норки в игре с Одом Мортис. Они просто стоят в открытом поле и совершенно спокойно там постреливают. Просто я думаю, даже вот эти... Смотри, кстати, норки Тора действуют еще более агрессивно. Они прям спокойненько сейчас... Да, они пошли вперед. Вплотную, да, они около острова прижмутся, и все. И понимаете, к ним при любом только бортом если выходить. Что делать еще, не понятно. И сейчас будет, знаете, любимая наша тактика на Ру-регионе. Сейчас мы дождемся последних очков, и потом пойдем в какой-нибудь раш. Потому что сейчас вот реально действуем от рандома. Торпеды вот не фубуки берут для того, чтобы... А вдруг рандом сейчас кого-нибудь заберем. Просто рандом. Не на скеле мы никого заберем, а вдруг на авось. Вот наша русская авось. Дымы, кстати, не знаю, чем все закончится. О, кстати, нет? Вот, да, да, не стали 900 очков дожидаться, 780 стало, хватило. Одна торпеда попадает у нас. Выходит бортом к двум норкам. Бенсон в засвете, его пердолит ПМК. Так, так. Торпеда от Бенсона отважная. Я не понимаю, почему по фубуке стреляют драконы, когда вот тут вот, знаешь, в дымах тут вон Бисмарк такой. О, кстати, Бисмарк, ты прикинь, Бисмарк-то тонет на затоплении. Опять-таки, рандом, лютый рандом сыграл против сейчас европейцев. То есть, а прикинь, они сейчас еще прорашат и заберут еще авик. То есть, мы на норках забрали авик. Да-да-да, видишь, просто опять-таки тоже те же самые торпеды. И да, постепенно вот эта вот русская авось, которая вот, по идее, вообще просто то, что европейцы решили такие, давайте-ка авик на центр вытащим, а давайте будем просто стоять в этих дымах, а давайте норки вот будут совсем издалека. То есть борт, смотри, прошли, значит, и Сиврус прошел, и Алгалон, они же прошли бортом к двум норкам, не получив по себе никакого урона. Так, ну что, Бенсона доберут. Там Кутузов еще, кстати. Кутузов, да, Кутузов. Но он не сможет отправить торпеды, потому что носом стоит. Ну, давайте Бенсона. Нет! Нет, не минуснули, пипец. Бенсон не минус. А слушай, ПМК работает по Кутузову. РЛС, что ли? Ну, кто? Да. Кто-то светит его. Нет, здесь рентген, наверное. Ах, ты ж, Йохтан, Моттан. Ты посмотри. Сиврус тонет? Или ну, горит? тонет. А ты посмотри, сейчас Бенсон тоже кончит. Сейчас вот эти фугасики долетят. Нет, не долетает. Ой, да ладно, смотрите, Бенсон на крополях. Нет, сейчас поймают. Да, поймали. Есть, то есть постепенно дракон выходит вперед. И теперь все как стоит бортиком, друзья. Ну, давайте, драконы, я вас верю. Куда поворачивает Каролина? Куда? Стреляй налево, все как забери 90 очков. Да ты что, фубуки, вон ж там фубуки. 180 очков, друзья, туда-обратно, пока он в засвете. Что-то тут расстояние приличное, 12 километров. Обалдеть. Хрен с ним, с этим фубуки, его эсминцы доедят. Куда? Куда ты, Алгалон, поворачиваешь? Ну зачем? Какой фубуки? Да, это могло 180 быть. 180 очков за, блин, все как? Как? Дантист, смотри, сейчас Дантист будет выходить в агрессию. Я увидел то, что прям он чуть-чуть выходит. От него, кстати, отвернуты башни. То есть сейчас, в принципе, неплохо так... В общем, одна из норок поставляется. Но торпеды-то идут в сторону Дантиста. И смотри, Дантист сейчас кончится на торпедах. Он прям очень уверенно идет. Ну, блин... Да. Ну не. Да не, уже по. А чё в корму стрелять? Что-то он поймает. Чё, неплохо так поймает, я тебе скажу. Но, ты знаешь, на две норки, когда так выходишь, ты должен иметь какие-то планы. Ой, ты смотри, торпеды идут. Сейчас вижу, но все мимо. Возможно, он планирует на таран. Ну бы таран бы сейчас не помешал. И, кстати, у него большой шанс на таран, потому что он хорошо идет и стрелять по нему особо некогда. Да, только торпеды с правого борта, думаю, знаешь, немного иначе. Ты думаешь, почему норка сейчас он встала? Потому что боится. Кстати, нет, наверное, вывернет. Успеет. Он получит одну, Каролин забирает все как-то. Наконец-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Дантист! Нет, мимо, Дантист, мимо! Давай, дворачивай, молодец, Дантист, красавчик, вперед, Каролине!
Бах, в борт еще прислал. Молодец, Данфис, шикарно. Отлично просто. Обалдеть. Вот это врыв, друзья. Остается три корабля. А что сделать, знаешь, Орлеан? Ну тут Орлеан, тут это. Орлеан, да. Бенсон в засвете. Сейчас его, наверное, доедят. Вот это бой, друзья. Драконы смогли. Почему я говорю, что драконы очень... Ну, ты понимаешь, команда. Это опять вот выигрыш на русское авось. То есть, вот тут вот просто, знаешь, их подвело то, что все как вы решили выдвинуть вперед. Стояли вот в дымах такие. А что, ведь, а что, подумаешь, у них всего лишь спама сетап фубуки. Да ладно, давайте поставим в дымах. Это, знаешь, это вот удача фартанула. И обидно, что вот сейчас вот дракон выиграет, скажет: да ладно, все нормально, смотрите, мы отыграли, как хорошо. Всего лишь альянс только проиграли. А только понимаешь, что в первом бою там вообще реально им фартанул с удачей. Там вообще как-то неадекватно европейцы себя повели, сливать стали. Так и тут они просто такие: а, да ладно, да хрен с ним, мы все равно уже типа выиграли, нам уже терять-то нечего. И поэтому стали рисковать, какие-то тоже упорные ошибки совершают. И драконы, если после этого придут к выводу: да ладно, это все пчелы с 460-ми слили, а мы типа такие все в белом. А это будет неправильно, мне кажется. То есть... Да нет, ну конечно нет, конечно нет. Альянс в любом случае ушел без единого поражения. Это значит, что это самая сильная команда мира на сегодняшний момент, друзья. Ну, погоди, там еще есть китайский регион, американский. Ну, да, там есть какой-то загадочный китайец, но из того, кто вот играл, американцев 7000 онлайн, ну, как бы... Ну, может быть, там 7 самых скилловых тысяч человек. Остальные не играют, только на гибаторах.